премьера грандиозного новогоднего шоу от признанного короля цирка Гии Эрадзе в Твери с аншлагом стартовали показы нового представления. Это шоу соединяет классические цирковые жанры и роскошную стилистику королевского цирка Гии Эрадзе. Эксклюзивные костюмы, профессиональные артисты балета, лауреаты престижных фестивалей, световое и музыкальное оформление. Это сочетание делает новое представление одним из лучших и масштабных в России. Состав коллектива порядка 100 человек. Команда у нас очень большая, одна из лучших в нашей стране. Это режиссеры-постановщики, это балетмейстеры, это композиторы, это сценографы, это художники над костюмами. У нас есть свой формат, определенный формат тех людей, которые нам подходят для шоу. Это красивые, молодые, талантливые люди. Очень много артистов балета всегда у меня в программах, потому что я делаю некое сплетение жанров эстрады, цирка и мюзикла, и невозможно это сделать без балета. Очень люблю в цирке воздушные номера, и всегда у меня перебор воздушных номеров. Никак не может мое шоу обойтись без жонглеров. Всегда, конечно, будут в моем шоу животные. На арену выходят десятки четвероногих артистов. Далматинцы ездят верхом на лошадях и пони, очаровывают грациозностью вороны и фризы, а бурый медведь не уходит без аплодисментов от зрителей. Настоящие джунгли вырастают во время номера «Африка». Племя индейцев окружают шимпанзе, зебры, страусы, насухи, лемуры, кенгуру и другие экзотические звери. Изюминкой шоу стал аттракцион с африканскими львицами и суматранскими тиграми. В клетку с хищниками отважно заходит дрессировщица, титулованная принцесса цирка Людмила Суркова. На самом деле у нас сейчас один из самых сильных аттракционов в России и неповторимых, скажем так, по трюковой даже части. Подъем под купол цирка «Тигрицы», «Тигр на шаре». Плюс у нас есть один еще уникальный трюк «Тигры на зеркальных крутящихся тумбах» с фонтанами. «Четверка тигров». Пока еще никто нас, так скажем, не опередил. Но тигры просто покорили. Такие душки. Все зверюшки очень красивые. Они ухоженные. Акробаты, да. Понравились гимнасты и зебры с обезьянами. Очень нравится постановка, костюмы. Короче, мне все понравилось. Я обожаю этот цирк. Мне еще понравились клоуны. Как они хорошо выступали. Все смешно. Цирк Эрадзе – это один из лучших цирков, в принципе, у нас в России. Дед Мороз со Снегурочкой удивили всех елкой, которая выросла до самого купола цирка. Премьерные показы новогоднего шоу от Гии Эрадзе прошли под продолжительные овации зрителей. Представление в Тверском цирке идет по 13 января. Для детей до 3 лет вход бесплатный.